На кадрах оперативного видео мужчина рассказывает, как отключил электричество в частном доме. Это был первый этап ограбления. По данным следствия, им двигала жажда наживы. Мужчина узнал, что живут здесь ростовщики, поэтому и денег он хотел получить с ограбления много. Тем более сопротивления не ожидал. В доме жили пенсионеры. Мужчина отключил электричество и стал ждать, когда выйдет хозяин. Выждав момент, он напал на пенсионера и нанес ему удары кулаками и ножом. В доме он ударил ножом женщину, которая в силу здоровья находилась в беспомощном состоянии. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. После этого мужчина обыскал дом и нашел 70 тысяч рублей, которые похитил. Тела погибших супругов обнаружила их дочь вечером 8 февраля, а через несколько дней был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. В ходе расследования уголовного дела проведено более 20 экспертиз, а также психофизиологических исследований с применением полиграфа. Собранная следствием доказательственная база признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, где оно и будет рассмотрено по существу. Теперь 32-летнего жителя Сасовского района обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 и частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство и разбой, соответственно. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».